Всем привет! С вами Бравкович Татьяна. И сегодня я хочу вам рассказать о таких продуктах, как Синхровитал 3 и Синхровитал 4. Но больше я все-таки заострю внимание на Синхровитале 3. Вы знаете, давно хотела вам рассказать об этом синхровитале. Раньше я его как-то, знаете, недооценивала. А сейчас расскажу, почему. Вот обычно спрашивают, чем почистить сосуды? Чем снизить холестерин? Как снизить холестерин? Что попить? Что делать? И вот, вы знаете, я получила очень хороший результат вот от этих двух продуктов. Синхровитал 3 и Синхровитал 4. Это защита сердца, это защита печени. Анализов я не сдавала. Нет, ничего я не проверяла. Как я это определила? Ну, потому что стало в разы проще. Значит, с чего все началось? Еще разочек мы поболели коронавирусом, но, скажем так, в достаточно легкой форме. Ну, я бы сказала, в легкой форме. Была температура. Вот. Но почему я определила, что это коронавирус? Потому что он опять ударил мне по печени. Так вот. Вот такие вот у нас пошли вирусы. Все по печени, да по печени. Вот. И потом, когда, ну, я уже почувствовала, что в процессе болезни, потому что температура держалась, вот, что сердцу стало тяжело. Конечно, тут и таблетки, тут и уколы, все это, конечно, было. Вот, я себе заказала Синхровитал 3. Ну, я, конечно, пила чай для печени. Естественно, сразу же, потому что когда вот такой вот чаёчек для печени я пила сразу. Вот. То есть я четко поняла, что мне нужно, чтобы уйти от давления. Я думаю, что очень многие с этим сталкиваются, когда после того, как переболел коронавирусом, начинает подниматься давление, причем сердечное. Именно сердечное давление. То есть вот эти вот сердцебиения, вот это вот все это вот это. И я себе заказал Синхровитал 3. Но я еще к этому всему пила магний, я его и сейчас пью, магний, омегу, это просто святое. Вот, там женскую программу, все это. Но я четко понимала, что нужно что-то попить для сердца, для сосудов направленно. И вот я себе заказал Синхровитал 3. Вот, вы знаете, я пропила его 2 курса. Здесь вот в этой баночке курс на 25 дней. Покажу, что у меня осталось. У меня вот, думаю, надо снять видео, пока еще что-то здесь осталось. Вот. Осталось у меня вот таких вот 3 капсулки. Вот. Это утренние капсулы. Утренние. Вечерние капсулы я уже все выпила, но я сейчас покажу, какие они есть, потому что вот в Синхровитале 4 они такого же цвета. Вот такие вот прозрачные капсулы, это вечерние. Значит, что в этих капсулах? Почему оно так классно помогло? И результат я почувствовала буквально, сейчас скажу, наверное, день на четвертый день приема я уже почувствовала, что мне стало легче, что сердцу стало легче, потому что вот этот Синхровитал 3, он вычищает сосуды, вот как ёршиком вычищает. Вот, значит, вот, знаете, я не буду вот много, я сейчас вам лучше это прочитаю. Я в другом телефоне открыла описание продукта, и я вам сейчас прочитаю, вы поймете, почему Синхровитал 3, он у нас вот такой вот замечательный. Вот я вот так вот его вот так вот поставлю. Так, вот слушайте, двухфазный
кардиопротекторный комплекс на основе бета-глюканов овса. То есть здесь все натуральное, искусственного ничего нету. Так, на основе бета-глюканов овса, липоевой кислоты, селена, ликопина и витексина. Помогает контролировать уровень холестерина и артериального давления, а также способствует снижению тромболитических рисков. Вот. Вот понимаете, какая вот штука, вот чтобы не было тромбов, чтобы вычистить сосуды, чтобы убрать вот этот вот. Кстати сказать, бета-глюканы, они... Вообще, вот я про них читала, вы знаете, там написано все было по-научному, но я поняла, что они работают вот просто на всем организме, даже работают вот у кого сахар повышенный, вот бета-глюканы хорошо работают. Читаем дальше. Так, читаем полное описание. Сильное сердце. Экстракт боярышника помогает бороться с аритмией и снижает давление, а органический селен защищает клетки миокарда от разрушения. Так, дальше. Чистые сосуды, бета-глюканы овса, ликопин и липоевая кислота контролируют уровни холестерина и глюкозы в крови. Поддержка биоритмов. Действие компонентов учитывает биоритмы сердечно-сосудистой системы, усиливая ее защиту. Сердце в порядке, держим пульс под контролем биоритмов. Наше сердце и сосуды в комплексе весьма надежный и долговечный аппарат. Однако сегодня огромное количество серьезных проблем со здоровьем и основные причины сокращения продолжительности жизни связаны именно с патологиями сердечно-сосудистой системы. Для оптимальной поддержки сердца и его защиты в перегруженном ритме современной жизни важно учитывать его естественные биоритмы, активные компоненты утренней и вечерней формул. Комплексы Синхорбитал 3 помогут защитить клетки миокарда, гармонизировать его биоритмы, нормализовать уровни холестерина и глюкозы в крови. Вот. Он предназначен для всесторонней поддержки работы сердечно-сосудистой системы, но его главная цель – нормализация обмена холестерина и профилактика атеросклероза. Вот. Самое важное для долголетия и активной жизни. Антиоксиданты и консерванты холестерина. Мощнейший антиоксидант селен в органической форме и природный ликопин поддерживают молодость и эластичность сосудов. Ликопин и бета-глюканы овса препятствуют окислению холестерина и его оседанию на стенках сосудов, что помогает сохранить их свободными от бляшек. А эластичные и чистые сосуды – это, во-первых, нормальное кровяное давление, а во-вторых, беспрепятственный ток крови. Липоевая кислота усиливает антиоксидантную защиту, нейтрализуя свободные радикалы. Органический селен – это микроэлемент, неотъемлемая часть большинства гормонов и ферментов, но его важнейшая функция – препятствовать окислительным процессам в клеточных мембранах, защищая таким образом клетки и ткани от разрушения. Ликопин – натуральный каротиноидный пигмент премиального качества, способствует усилению антиоксидантной защиты, обеспечивает профилактику проблем сердечно-сосудистой системы, повышает защиту генетического аппарата клеток. Бета-глюканы овса – уникальные пищевые волокна, встречающиеся в оболочках зерен овса, а также некоторых злаках и грибах.
Компонент обладает доказательным эффектом в отношении снижения уровня плохого холестерина и профилактики атеросклероза. Также препятствует снижению артериального давления. Природные кардиопротекторы. Так, входящий в состав комплекса экстракт боярышника – одно из самых эффективных природных средств снижения давления и профилактики образования тромбов. Активные компоненты экстракта помогают бороться с аритмией. Экстракт боярышника. Экстракт из листьев и цветков боярышника способен облегчить состояние при неврозе сердца, а также в период гормональной перестройки у женщин. Вот это вот у меня. Так вот. Помогает регулировать давление, успокаивает и улучшает сон людей, испытывающих проблемы с сердечно-сосудистой системой. Хронобиологическая формула. Растительный комплекс Синхровитал 3 создан для комплексной поддержки сердечно-сосудистой системы, но его главная цель – нормализация обмена холестерина и профилактика атеросклероза. Активность входящих в его состав компонентов многократно усиливается благодаря тому, что каждый из них применяется с учетом биоритмов работы сердца. Для кого? Для всех, кому важна профилактика проблем сердечно-сосудистой системы, для всех, кто постоянно живет в режиме повышенного стресса и высоких нагрузок. Вот такая вот информация. И я вот от этого синхровитала получила просто офигенный результат. Вот прям вот не... Вот этого, скажем, слова даже не постесняюсь. Так. И при чем же здесь синхровитал четвертый? Вот смотрите, мы говорим про холестерин. А почему холестерин у нас, я вот сейчас вот уже закругляюсь, почему холестерин у нас появляется? Да потому что печень работает неправильно. Не потому что мы едим много яиц, там много еще каких-то продуктов, там масло сливочное. Ну, человек нормальный, здоровый человек, он это ест, и у него все в порядке, и нету никакого повышенного холестерина. Это говорит, а... И все нормально. Но если печень работает неправильно, то и она, печень, вырабатывает столько этого холестерина. И вот чтобы оно не вырабатывало, чтобы она не вырабатывала, вот мы должны вот это пить вместе вот с этим. Для того, чтобы... Это убирало холестерин, а это не давало этому холестерину образовываться, чтобы наша печень работала нормально. А если мы еще прибавим вот к этому вот этот вот чаечек, почему чай? Да потому что он тоже нормализует работу печени, а еще там есть. Он идет как противопаразитарный. То есть, если есть какие-то лямблии, какие-то паразиты, здесь у нас пижма. Вот такие вот растения. Здесь у нас пижма, которая обладает противопаразитарным действием. Поэтому я люблю сочетать вот эти два продукта вместе. Вот. И вот этот вот. Вот они, друзья. Друзья. Вот это вот друзья, вот, которые помогут очистить сосуды и не дать образоваться лишнему холестерину. Все, я вам все рассказала. Вот, теперь я вам расскажу. Сейчас вот еще немножечко расскажу. У меня есть два чата в Телеграме и в WhatsApp. Ссылочки на эти чаты вы найдете здесь под этим видео. Что в этих чатах? Я там даю разную полезную информацию
о продуктах, о программах, которые вы можете попить по оздоровлению. Это и видео. Но видео, знаете, оно в основном в Телеграме, потому что WhatsApp, он у нас товарищ ограниченный. Если я выпускаю какое-то видео, я обычно его сначала загружаю в YouTube и только потом уже его помещаю, уже ссылочку на YouTube помещаю в WhatsApp, чтобы человек мог спокойно посмотреть вот это видео. Что еще? Про травки, про травы. Потому что мы очень мало знаем про травы, о полезных свойствах трав. Я сама много узнаю и даю, как говорится, возможность вам узнать о минералах, о различных микроэлементах. То есть я стараюсь помещать в своих чатах очень полезную информацию. Также вы можете и приобретать там, проходить, там есть ссылочки на продукты, и вы можете приобретать их по этим ссылкам, либо можете обращаться ко мне. Вот, и я уже вам помогу сделать заказ. Ну, это все оговаривается, уже связываемся в WhatsApp и оговариваем все вот эти вот моменты. Ну вот, в общем-то, я все, что хотела, я вам рассказала. Ссылочки все найдете здесь под этим видео. А я с вами прощаюсь и до новых встреч, и до новых роликов.